Неизвестные вандалы облили желтой и синей краской баннер с лозунгом «За наших, за победу, за правду». Пост с фотографиями испорченной конструкции разлетелся на днях в соцсетях. Кому и зачем это понадобилось? С этим вопросом наш корреспондент обратился к члену общественного совета избирательного округа номер 6 Сергею Манжаренко, который является заказчиком этого баннера. Когда началась спецоперация на Украине, я решил поддержать морально наших ребят, участвующих, это солдаты, офицеров, участвующих в спецоперации на Украине, которые ведут борьбу с неонацизмом. И для этого был установлен баннер. Но какие-то предатели, кто противники этого, решили его испортить, его внешний вид. Я считаю, что эти предатели есть как бы и в нашем городе. Но все равно, в любом случае, победа будет за нами, и мы победим этот неонацизм.